А мы вообще джайны били на сексе. Люди были кому что-то с джайны там надо? Да, интересно. Мне шип нужен. Мне тоже шип нужен. О, мне трения нужна там. Драка за шип. О, ну, прикольно, что вы приору. Пришлите люди тратить, которым ничего не надо. Убивали джайна, было прикольно. Нет, забавно другое, что людям ничего не надо с джайной, они все еще не могут ее убить. Шипа, он не падает, по-моему. Да, у меня спек повоет ПВПшный, сука. Забыл. Ну, хили в ПВП спеке. А у нас сколько элемов в ДВ составе? Ноль. Ну, женек, по идее, да. Ну а чё, женек все джайны полутал. Там, по-моему, минус 90% ИП было. Сейчас я, короче, триньку одену, блин. Подожди, не пуляет. Я просто спек поменяет. Подожди, а как женек полутал, у него ж триньки нет. Она ему и не нужна на шаму. Он как бы хочет. И он тем более писал, что он, по-моему, с 25-го, или когда он предупреждал, что он в поля уезжает, по-моему. Кстати, да. Значит, он такой писал, да. Так что он по уважительной причине. Я вспомнил, вот краем. Где-то до такое было. До 30-го числа, по-моему. 23-го. Тут Настя женой он предъявить хочет, то что у тебя лог хуёвый. Женуэн может свою не менее хуёвую сову засунуть тебе, знаешь куда? Когда-то Женуэн под мага предъявлял. У меня маг хуёво одетый. Тажужин, блин. Торнадом фениксов, чтобы не подпихивал на Аларе. Жену НШМ, да, собирает в первом составе? Или нет? Да. Ты таки сработал страта Лёхи линковать квест? Страта заебать Лёха? Ну, это если я не ошибаюсь, он же туда бегал, когда Лёха тут дальше, он линковал воронки, это не он. А жена он тоже, да, давно в гильдии? Да, но это не значит, что он классный. Я его не слышал ни разу. Он молчаливый герой. Ну знаешь, про него не так часто говорят, там, как про Розелину или еще про кого-нибудь там Малдеза. Да потому что уже привыкли к тому, что нужно ничего ждать. Оказывается, лучи шоты. Талдарам, тебе сколько луч ударил? Тут еще нет. Тут. Если без щита моего, то шотают. Да, шотан. Кстати, Настя, мне зубы рано кинула. Неправда, одна чисто, секунда оставалась. Чисто одна секунда? Я все рассчитано. Математика, пиздец. А знаешь, в чем проблема? Я играла последний пул без дискуссии. Я не знаю, просто давно, не на этом КД, на каком-то, в меня луч попадал, у меня типа не шот. Я вообще пробиваю, блин. На тебе огра нет.
И вообще, Миша, предъява высосана из пальца, потому что если не убила и зубы были во время того, как, блин, ударила, значит, не рано, а самое время. Я же говорил, что вихрь — это бесполезная хуйня. Вот дал вихрь. Зубы да. Рано, блин. Радуйся, так что дала. Так не убивает. Вихрь — это быша или почему? Вихрь — это вихрь. А с казни заебись, стычки набираются огромные. Просто тычкой переагр. Странно, почему-то они не апают там мощный удар щитом или реванш, какое-то говно добавили, непонятно. Ну вихрь говно. А казнь заебись. Ты не видел я лича танчик? Эйджайну танчик. Причем тут с агро, по-моему, ни у кого нет на личе проблемы. Проблема просто, как ты, блять, выживаешь, как тебя хилить и как там ты живешь. Лям 200 урона, блядь. Попал, ты тоже в одну цель много дамажишь, что? А абилки у питомца можно переставить на другие горячие клавиши? Макросы, да. Ну да. Вообще-то макросы нужны, да. Там они с панельки больше не двигаются, может, аддон есть какой-то? Вот они не двигаются, да, типа... Макросы. Само назначение. Это макрос уже. Да там, по сути, для лока нужны макросы только на эту, на суккубу и на собак. И все. Единственный общий макрос — это там пет атак, пет фоллоу, там пет стоп или как, ну чтобы он установил. Не, именно чтобы сало кидал. И это макрос. Бля, где-то мне на элементале макрос. Там обычный каст и там какой-то. На его обилку. Да, да. Казнь не раздавится, и есть. Казнь хуёво бьёт, мало. Но обзор по 30к — это вообще жесть.
Да тебя вообще не пробивает, я тебя даже не хилю. Вот с трэшем за пара, конечно. Это вроде нормально. Нормально, потому что кнопки тыкал. Ну только как хотел какой-то. Это пиздец, я хотел бы одну кнопку. Вот босса заебись начать. Дима медведи. Тыкай одну кнопку. Ну получается оба бесполезны. Медведь хоть тренера дает. Да танки вообще бесполезные, вот. Ну да, кто тащить будет тогда? Вот это демон. Да. А робота вон, мага какого-нибудь магический доспех оденет, талант качает и нормально. Сука, стаки спадают. Пачкам хуёвая игра. Ты стумертый, да? Ага. Блок прожимает, так вообще не пробивает. Сейчас 10 накоплю, дам вихрь. Уже мобов нет. Нихера. Два косаря, прикинь, агро, откуда это вихрь тогда он весь? 4 косаря, это что такое? Что это было? 8 косарей. Видимо, ты сначала бьешь все-таки вихрем на пак, а потом уже казнью точечно, который срывается. Наверное, логика. Так, а смотри, вот сюда наверх его подымай. Наверх подымай. Вот где тотемы, и туда ставь. Отойдите в проход. Алло, блядь. Дымитесь в проход. На ком будет агро, просто в проход идите. И быстрее. Мне похуй. Нет, он просто переагривается сам. Ёбаный эфир. Не, ну босса танчить и печально. Как стринки могут падать РДДшные? Давайте в них пойдем. Чего? В каких институтах в РБКшках тринки могут падать РДДшные? Давайте туда пойдем. По-моему, Аркатрац. Пошли туда? Там урок шафара этого падает. Пошли. Это у меня, блядь, колокол GC, спасибо, что ты есть. Это в Сапино. Ударам. Я без суть. Я не успел прожать. Хотел мне что-то встанет, что ли, я не успел прожать свои божественные бабы. Бывает. Верду. Thank you.
Да, полироль с камнем, конечно, лучшие упали просто. Самое нужное, самое важное. Не, ну, в принципе, для PvP нормально так-то. Что зеленые, что фиолетовые. Там хаст пенетра, СПД пенетра. Так-то нормальный сокет. Не, ну фиолетовый, кстати, мне нужен. Парочка, так точно. Так, чё там, Аркатрац? Ну, а я где падает? Я это пойду, наверное, спать, короче. Давай, иди, ну, пожалуйста. Тебе эту камень отдать тебе? Вон луцин там есть, или алоэ. Спросите, или ещё кто-то. Тебе нужен фиолетовый камень? Да, оставь, я выпью ещё. Да, ладно. Я тоже пойду отдыхать. Давайте.